Более 800 нарушений закона в сфере ЖКХ выявлено прокуратурой республики в минувшем году. Это вдвое больше, чем годом ранее. Чаще всего жители республики жалуются в прокуратуру на нарушение закона в сферах трудового, жилищного и земельного законодательства. В частности, по требованию прокуратуры, жителям РЕЛ проведен перерасчет излишне уплаченных за услуги ЖКХ денег. Это почти 400 тысяч рублей. По фактам выявленных нарушений в сфере коммунального комплекса МРЕЛ правоохранительными органами возбуждено 9 уголовных дел. 7 из них именно по материалам прокурорских проверок. Вопросы соблюдения жилищных прав актуальны и в этом году. По данным из прокуратуры республики, особое внимание в надзорном органе уделяют защите прав ветеранов, пенсионеров, инвалидов, а также детей-сирот. Всего в прошлом году прокурорскими проверками выявлено более 24 тысяч нарушений законов. Прокуроры активно использовали гражданско-правовые способы защиты граждан, в том числе в области трудовых отношений, здравоохранения, социального обеспечения, защиты прав престарелых, инвалидов, несовершеннолетних. Направлено в суды 5949 исков на сумму более 49 миллионов рублей, что на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В арбитражный суд направлено 138 исковых заявлений. Позвольте мне от имени правительства и от себя лично поблагодарить работников прокуратуры за ту важную миссию, которую они исполняют в Республике Мария по защите законности и правопорядка. Миссия очень ответственная, и результаты, которые мы сегодня слышали из доклада прокурора Республики, говорят о том, что прокуроры – действенный орган, который соблюдает интересы граждан и соблюдает и исполняет должным образом закон. И это очень хорошо, потому что количество преступлений в Республике снижается, количество жалоб граждан на незаконные действия тех или иных контролирующих органов с каждым годом меньше и меньше. Это говорит о том, что надзор должным образом происходит в Республике Марий. Еще одна из важных функций прокуратуры – выявление незаконных проверок в отношении бизнес-сообщества. Что касается криминальной обстановки, в МРЕЛ в прошлом году зарегистрировано снижение числа преступлений почти на 12%.